Так, я вас приветствую, ребят. С вами Тоха, 22-я ферма. Будут несколько обзорчиков. Материал есть. Ну, так, обзорчик первый. Это у нас тут есть такой пак техники. Рустель Машевская у нас здесь имеется. В этом паке МТЗуха, Бизончик. Потом вот косилка Рустель Машевская. Вот. Такая пусть не идут такие две приблуды, но я толку так и не понял. Это какие-то съемщики, а что за съемщики? Не знаю, разберемся. Вот такие Бизончик, это дефолт. Бизончик. Там по настроечкам это тоже дефолт. Это уже по настроечкам тюковщик и мотальщик тюков идет. Давай сейчас рассмотрим. Сначала косилку. Вроде они такие есть в общем доступе, но это. Но сделано так. Давайте подзаведемся. Не завелся. Анимация присутствует. Вроде все светится. Только тут это такие у него. Это что такое? Ну, короче, эти решетки какие-то не очень, тут какие-то текстуры такие. Это не сильно. Давайте посмотрим, что это у нас. Косилка, то мы обычно знаем, что это за косилка. А вот это что за хрень такая? Так, ну. Ну, она вроде как опускается, а за счет чего она крутится? А за счет редуктора, наверное. Оторвалки делать. О, ну. А, X. А вот как она делается. И. А, это жатка валковая. Собирается волок. О, что за хрень? Я думаю, что за хрень такая? Это в одну сторону и в другую сторону вроде бы. Получается как-то так. Вот такая. Это валка в жатку. Это волки собирать. Скосили, а потом аккуратно можно все большие волки собрать. Так, ну ладно. А по комбайну вот это мне не нравится. Родят на боках какие-то такие, ну, видно, что расплывчатые. Не очень. Потом квадратный такой, не знаю, может такой там есть. Ладно. Ну вот эти приколюхи, это уже что-то интересно. Так, ладно, у нас следующий аппарат. Это у нас Бизончик. Так. Давайте заведем. Приборочка вроде светится. Обзор у него хороший у трактора, кабина большая. Правда, ничего не анимировано. Походу он одномостовый, что ли? Получается, да. Давайте свет посмотрим. Свет вроде ничего так. Вроде так ничего трактор. Сейчас проверим. Заносы заходят нормально. Вроде так ничего, аппаратик. Глушим. Так, следующий у нас уже покрашенный. Ну, только красить можно. Больше тут ничего не добавляется, ничего не меняется. Только покраски. Правда, передняя навеска вот еще добавилась. Вот так. И на галочки ставят. Ну, немножко там тюнинг есть. Так, следующий у нас белорус. Здоровый, 3522, но это не сам большой, но присутствует. Так, вот такой салон у него. О, завелся. Теперь тоже есть. Тоже ничего не анимировано. Печально.
уже масса правильно трактора, вроде нормально так. Ну как по мне, вроде ничего так трактор. Ну то, что мало анимировано, мало этого, еще все добавить, чтобы он открывалось и все. Там было бы вообще интересно. Так. Да, тут ничего не открывается. Тут совсем другие покрышки стоят. Я поставил и покрасил. И все, тут больше вроде ничего такого нету. Потом у нас идет вот такой тюковщик. Вроде их много, но тут именно с этим паком шел тюковщик. И вот обмат, который мотает таки пленку. Вроде бы обматывает, да. Вот такой еще аппарат идет, который обматывает тюки в пленку. Вот такой пак, сейчас я вам, ребят, покажу. Вот он, растельмашевский. Это он идет отдельной папкой. Растельмаш идет КСУ-1, это косилка, его жатка и вот получается две волковых жатки. Нет, нет, я в морозине посмотрю. Вот, вот это у нас идет такая, ну только цвет красится. И вот это. А это получается. Или они, может, вместе собираются, не знаю. Может, они добавляются там. Может быть, добавляются. Мы проверим это так. Вот такое, оно не сильно дорогое, он стоит тоже недорого. Так, сам у нас косилка. 180 лошадей, 340 литров бак. Под 40. У меня скорость 12 с чем-то тонн, тяжелая хрень. Что-то, говорю, мне вот это не нравится, я что-то такое не знаю. Что-то... Абы как называется. И красится. Много цветов. Даже можете розовую сделать. На любой вкус и цвет, кажется, ребят, товарищи, нет. Так, следующий у нас. Идут у нас. Средний трактор. Здесь у нас находится. Товарищ Бизон. Вот такой. 160 литров бак, 240 лошадей. Ну, как и... Правда, только одномостовый, 9,2. Косилка даже больше, чем он весит. 9,2 тонны. Легкий какой-то такой. Мотор, походу, стоит из ХТЗшки. У него балансировка ставится. Дизайн 1. Стандарт. Дизайн ставится. И маячки. Одна, две мигалки ставят. Вентилятник. Передняя навеска. Цвет тоже красится он. Разные. Какие хотите. И оба так же самое. Ну, это тоже так прикольно смотрится. Видите, чуть добавили, кое-что уже 10 с чем-то тонн. 50 скорость у него. Быстрый товарищ. Так, и следующий у нас к этому паку идет. Большой трактор. Вот он, Беларусь 35. 365. 35 лошадей. 650 литров бак. 50 тоже скорость. 11,8 тонн. Ну, вот Бизона, он чуть-чуть тяжелее Бизона. Но мощнее. Тяжелее, но мощнее. Тут у нас вот. А если 415 лошадей, есть еще мотор, есть мощнее S9 ставится, потом бренды колес всяких много, очень много брендов. Стандарт 1, стандарт 2, дизайн 1, много дизайнов всяких там на 9 штуки. Цвет зеленый. Такой обод. Вот такой у нас. Капот. Операция. Короче, ребят, вот такой аппаратик. Ну, пак такой, ребят, есть, не знаю, кому интересно, ссылочка будет на него, ребят, в описании. Так. Потом у нас еще идет. Тюковщик. Вот такой. Простой и ничего тут нету. И покрасит за 2,5 тонны он делает. За подъемность 90 лошадиных сил, 2 скорость и тюки он делает круглые. И потом у нас есть мотальщик. Где тут у нас вот упаковка тюков, вот он обмотчик рулонов, вот такой, то же самое, весит он где-то 516 килограмм. И фольгу выбираете какую, ну тут зато выбор фольги можно, ё-моё, такой желтенькую, разненькую, основной цвет тоже как раз цвет дизайна. Вот такой может. И фольги тут очень много выбора. Вот любые тики делать. Вот так, ребят. Такой пак. Кому интересно будет, ссылка, как всегда, в описании будет, ребят. Как по мне, ну, вроде пак, как пак, но
Не знаю, ну, вроде такое все есть. Не знаю. Так как по мне, вот это то, что меня заинтересовало. Вот это такое. Кстати, я забыл проверить, они состыковываются еще нет. Они не состыковываются, сейчас проверим. Было побольше. Не, вроде нет. Не добавляется, нет. Жаль, не добавляет. Ну ладно, не будем мучить. А на этом, ребят, все. Кому интересно было, пишем комментарии. Вот такой обзор, ребят. Пишите свое мнение по этому факту. Как всегда, будет загружен под комментарии. Прожимаем, ребят, лайк, подписочку, если вам интересно. Залетаем на стрим. Ну, ждите нового. Кстати, может еще выйдет на 17-ю. Там есть пару. Всем. А так, пока месяц на 22-ю. На 19-ю нету вообще ничего. Ну ладно, ребят, давайте. Не скучайте. Мира, удачи и до встречи.